Спасибо. Спасибо, спасибо всем. И начну со слова еще раз спасибо организаторам, потому тот уровень, на котором все организовано, а я это вижу последние две недели, это high level, и спасибо организаторам, пожалуйста, им тоже нужные аплодисменты. Я просто сейчас буду фантазировать. Значит, change по от Укрнафты. Как мы себе это видим, что такое change, почему change и change ли вообще? На самом деле мы считаем, что change — это не подвиг. И это если смотреть более глобально, потому что мы все с вами живем в момент, когда что-то происходит. И мы видим, что что-то тяжело происходит, и кризис один, другой, третий, пятый, седьмой, но на самом деле все происходит позитивно. И change происходит с каждым из нас везде во всем мире. В 50-м году была такая ситуация. На сегодня ситуация чуть-чуть лучше. В 1900 году вот такая была ситуация, да? И, как мы видим, позитив есть. И как ни грустно будет звучать или выглядеть следующий слайд, но это факт. Все происходит к лучшему, все движется, изменяется к лучшему. Поэтому мы с вами видим ситуацию, скажем так, в нашем кругозоре, когда мы ныряем в бизнес, мы видим ситуацию на нашем рынке, когда мы играем не только в наш рынок, но и на рынке, выходим на рынки других стран, мы видим это чуть-чуть шире. Но в общем, в мире все меняется, и все меняется к лучшему. Поэтому change, мы считаем, это неизбежность. И когда мы говорили про change, у нас возникла такая ассоциация, очень классный был фильм, в котором говорилась замечательная фраза. Звучала она так. «Меняйся или сдохни». Кто-то слышал, видел, понимает, помнит. И мы думали… «Меняйся или сдохни». Почему сдохни? Почему меняйся? Потому что мы посмотрели оригинал, и звучит вот так на самом деле. «Adapt or die». «Адаптируйся или умри». То есть для нас, как нам кажется, что change – это, по сути, некая адаптация. Кто-то может сказать, что слово change звучит более громко, больше как вызов. Я сегодня маленький бизнес, и я должен измениться и стать большим бизнесом. Я сегодня маленькая корпорация, но есть огромная корпорация во всем мире, и я хочу стать как она. Если я буду адаптироваться, я останусь маленькой корпорацией в своем рынке. Если я буду адаптироваться с маленького бизнеса к большим гигантам, я останусь маленьким бизнесом. Да, я, может быть, чего-то там изменюсь, но адаптируюсь. И это правда только в одном случае. Если вы будете мыслить местечково, если вы будете смотреть вокруг себя на 360 градусов и не заглядывать дальше. А сегодня мир такой, что надо смотреть не на 360 градусов, а 360 умножать на 10, потом умножать на 100 и идти дальше. Это простой пример, как можно перевести это в реальность жизни. Последние 3 года в Америке есть Tesla, она не одна. И это не просто Tesla, это я сейчас вас ничем не удивлю. Но она 3 года ездит на автопилоте в службе такси и возит людей. Последние 3 года без водителя, ребят. Да? Это не аплодисменты Тесли. Это аплодисменты будущему, в которое тяжело верить. Из живого примера, потому что это Америка, где-то далеко, без водителя, ну, может быть, в Ютубе увижу, приведу простой пример. В 2012 году к нам в бизнес пришли ребята и говорят: слушай, давай мы у тебя 20 торговых точек поставим абсолютно бесплатно 20 зарядных станций для электроавтомобилей. Мы такие подумали, сказали: так, а сколько же вообще в Украине электротачек? Ага, 2. А зачем 20? Ну, может, 1 давайте поставьте? Да и 1, как бы, тот парень к нам, как, пока доедет, а когда доедет, кто на лифе катался в такси электрическом сегодня, да? Многие. 10 тысяч плюс автомобилей было на конец 2017 года в Украине. Это растет, это тренд. И на сегодня одна такая зарядная станция стоит порядка от 5 там, до 10 тысяч евро за установку под ключ. Если бы тогда в 2012 году мы это предвидели и посмотрели на это, да, как возможное изменение, то, возможно, 20 зарядных станций мы бы себе поставили, и эти люди были бы клиентами того места, где бы они стояли. Поэтому для нас change — это больше адаптация. Если мыслить глобально,
то это глобальная адаптация. То есть вы смотрите на максимально высокие цели, ставите их перед собой и глобально адаптируетесь. И поверьте, это легко. Иногда кажется, слушайте, ну где Тесла, где мы? Окей, посмотрели, что дальше с этим делать и так далее. Но на самом деле это легко. Почему легко? Потому что когда вы примерите это на себя, эту большую возможность, которая сейчас кажется нереальностью, вы поймете, что каким бы бизнесом вы ни были по размеру, по объему, по продажам, по клиентам, вы почувствуете себя на дне. Вам покажется, ну да, действительно, где эти ребята, а где я? И это однозначно плюс, когда вы себя так почувствуете. Почему? Потому что вы одна просто легко оттолкнетесь. Когда вы плаваете, вы барахтаетесь, ну, вам как бы тяжело понять, куда плыть, там север, юг, не понятно. А так все, дно есть, все прыгнуло, там уже свет и будет видно. Поэтому не бойтесь и обязательно ставьте перед себе такие цели. И я это говорю не просто как там какой-то супермотиватор, который должен сказать вперед, гоу, все, победим. Я говорю как человек, который последние два с хвостиком года работаю в Укрнафта. И я помню, какое позиционирование после первого... На первой презентации о нашем бренде Федорев нам сказал одним словом. Федорев, я имею в виду агентство, команду, которая занималась. Они сказали: ребят, мы поняли, что вы заправка. Вы заправка для тех, кто не сыт. Вот вам сейчас смешно. А вот вам смешно. А нам было немножко обидно. И мой предыдущий опыт в другой большой мировой сети АЗС, как бы где-то мне говорил, ну да. А где-то говорил, ну ты же уже тут. И это надо с этим не просто мириться. Ты не можешь мириться, да? Ты должен что-то с этим делать. Мы говорили: ребят, ну придите в себя действительно. А что так грубо-то? И говорят: ну смотрите, все очень просто. Мы объехали там... Влад, 100 плюс, да, АЗС, вы не светитесь, к вам тяжело попасть, вы едете, вы окей, проехал в 5-7, вот если на 8 заехал, кассир, раз, ты туда хочешь заплатить за бензин, а там вот стекло, вот я кассир, все, стекло, что тебе, бензин, туда, засунь денежку, я тебе, то есть как бы стрёмно, и потом, пацаны, у вас нет туалетов, поэтому первое, что мы сделали, мы засветили старые станции, и туалеты есть на 95%+ станций. И мы попросили, мы договорились, ребята с Федоревым нам очень помогли, спасибо им большое, и провели огромную титаническую работу, которая заняла 9 месяцев, тоже символично, да, такое себе рождение. И это тот путь, который мы прошли, который увенчался в апреле 2018 года открытием первых 5 АЗС. Спасибо. Это еще не все. Ты хотел что-то поправить? 13-го в пятницу открылась первая заправка. Да. И мы думали, ну окей, открылись, хорошо, что делать дальше. У нас был, естественно, план, и план был такой. Современный потребитель, который приезжает на заправку, он говорит так. Это реальность и исследования, которые мы проводили задолго до. Вы где заправляетесь? Я на заправке X. Почему? Там кофе вкусный. Чем нравится вам тот кофе? Внимание. Там стаканчик крутой. Это битва стаканов за кофе. И мы точно не хотели в нее ввязываться. Мы просто для себя поняли, что кофе – это must. Он должен быть вкусный, качественный, но он не может быть невкусным. Стаканчик – это тоже must. То есть делать еще один стаканчик и говорить: «Найковиша кава, там теперь у нас» – это вообще не про нас. Мы задумались, что нужно дать потребителю. И потребитель, он уже настолько современный и технологичный, что он не хочет или не собирается, по нашему мнению, по мнению исследований, которые мы проводили, проводить много времени на заправке. Он хочет приехать, заправиться и уехать. Его задача, когда его кассир уже там спрашивает, а может это, а может то, а может седьмое, он говорит: слушай, может быть и да, и может и купит. И вот это изменение мы привели и сказали, мы будем связывать людей друг с другом. Нас 537, нас много, это самое большое количество АЗС по всей стране, и мы будем этих людей связывать. Не просто пункт А, пункт Б, да, а еще связывать с нашими людьми.
Потому что вы так или иначе сталкиваетесь с запросом. Только в Украине и в России, и не помню еще, там в наших странах бывшего Советского Союза есть заправщики. В Европе их не найдешь. В Европе все уже давно диджитализировано. Поэтому нам нужно эту коммуникацию с людьми превратить в приятное общение, когда человек приедет, спокойно заправится и уедет. И когда мы сказали, так какого же цвета мы будем, да, то началась история про то, что это грустно, это черное. Очень много было негатива, в том числе от сотрудников компании «Укрнафта». И мы бороли внутри себя понимание или желание адаптироваться максимально эффективно и смело, потому что данное изменение, данная адаптация, она очень смелая. Это непростой цвет, хотя в то же время он достаточно видимый, особенно вечером, когда тебе нужно увидеть заправку, потому что если ты днем ее в принципе видишь, то вечером тебе ее нужно увидеть, поэтому вечером она светится просто нереально круто. И повторюсь про то, что никто не хочет дружить с АЗС. Очень простой пример. Вы, наверное, сталкивались с ним, когда ты приезжаешь, там, 20 литров 95-го. Кофе будете? Нет. Хот-дог будете? Тоже нет. Может, водички? Ну, давай водички. У нас есть супер предложение? Ну, не надо. А может, ну, хватит. И вы уже так, знаете, не поняли вообще, что вы там в машине, уже вам сигналят. А ты такой, да подождите, я же воду покупаю, что вы хотите. Поэтому у нас нет скриптов у операторов. Мы абсолютно дали им в руки управление коммуникацией с потребителем. Во-первых, мы им верим. Во-вторых, мы хотим, чтобы потребитель верил нашим операторам, нашим кассирам. Чтобы клиент приехал, сделал то, что он хочет сделать на заправке. Это так просто. То есть мы верим в то, что никто не хочет кататься на заправках. Вот давай сегодня на зеленую, давай потом на синюю. А вот в субботу я поеду на желтую. О, слушай, опять на заправку, давай. Это вообще не про нас. А тем более не столько, там я слово про нас объединил, не про нашего потребителя, потому что наш АЗС – это лоу-кост-сегмент, который был исторически лоу-костом. И мы в сегодняшний момент, на сегодняшние реалии рынка, было бы нечестно или несправедливо строить другой бренд, по нашему мнению. Поэтому мы остаемся лоу-костом, будем лоу-костом, и не только по топливу, а по всем товарам мы будем лоу-костом. И при этом чейндж должен быть радикальным. Эта адаптация не может произойти в формате, ну окей, вы там синие, да, вы там Укрнафта, так, синяя, Укр, госкомпания. Слушай, добавляем желтый, вообще огонь, полетели, да, украинская компания. Нет, это должно быть как-то радикально, потому что иначе вас не заметят. Как вот мы, такая большая компания, мы самый крупный добытчик нефти в Украине, у нас 537 АЗС, это самое большое количество. Ближайший наш конкурент, который нас пытается догнать, у него 420 заправок, так, для понимания. Поэтому вот настолько большие, что даже логотип не поместился. Да, спасибо. И эти изменения должны обязательно иметь улики. Все, что я перечислил раньше, это и есть те улики, по которым мы ассоциируем себя с черным цветом. Нефть черная. Треугольник – это географический знак всех стран мира, который обозначает нефть. Шрифт серьезный, простой, читабельный. То есть ты приехал, увидел нефть, заправка, купил, уехал, тебе кассир улыбнулся, нужна была помощь, он тебе тут же помог. И чендж обязательно должен быть искренним. Иначе вам никто не поверит. Уже давно никто не верит крашеным заборам. Эта история была немного грустная, потому что на ней начали спекулировать. Мы не собираемся продавать простоту понимания о том, что нужно из точки А в точку Б доехать путем тем, что мы покрасимся в желто-блакитный колер, только лишь потому, что мы государственная компания Украины. Поэтому для Укрнафта ребрендинг – это радикальная, искренняя и глобальная адаптация ко всему существующему в мире, в Украине, на рынке, для клиента, для потребителя и для вас. Спасибо.